Говорите. Новости плохие. Что ж, валяйте. Взвалю их на свои плечи, а вось не надорвусь. Топенни грабит Банк Англии. Председатель? Мне лучше присесть. У нас нет времени. Возможно, он уже в хранилище. Как вы войдете? Знать не хочу. Хорошо. Но скажите, как туда можно войти? В банке хранится золотой запас Англии. Поэтому его строили как крепость. Есть управляющий, мистер Осборн. Свободный доступ в хранилище только у него. Выследить можно у входа. Ах, да. Один охранник постоянно следит за хранилищем. Если увидит вас, наверняка запрет дверь. Газ Говард, капитан стражи, хорошо знает Топенни. Думаю, он в деле. Мистер Фрай, прошу, действуйте скрытно. Нам обязательно нужно поймать Топенни с поличным. Не показывайтесь ему на глаза. Речь идет о Банке Англии. Если что, я буду в атриуме. Под прикрытием. Топенни из хранилища не уйти. Где Топенни? Прошу, у меня семья. Он в хранилище, смотрит на свои картины. Как чудно. Я помогаю Топенни. Не волнуйтесь, мы позаботимся о вашем
этим чудом архитектуры изнутри. Расчеты, как я вижу, в полном порядке, сэр. Внесу записи в наши расходные книги. Могу ли я чем-нибудь еще вам помочь? Последний шанс. Нет, спасибо. Познакомьтесь с этим чудом место. Я его знаю. Схватить его! Я скоро приму вас, сэр. Здесь кто-то есть! Откуда он взялся?
Больше вы не украдете у жителей Лондона ни шиллинга. Они ничего не смыслят в инвестициях, а мы знаем в этом толк. Без нас ничего бы не построили и не улучшили. Без нас ничего не было бы. Это мы помогаем создавать. Нет, создаем будущее. Разумеется, за это надо платить. Это их город, а не ваш. Без нашего вклада не было бы города. Ну, в последний путь. Полиция! Мы спасены! Арестовать их! За грабеж народа Англии! Банк Англии будет закрыт на неопределенный срок.